Ти можеш чедар за плати шонци шедар за кваринту. А с тега студа е ствуј. Че вчини, то чине, на плачишта шу чедарио. Короче, продаюш за 800, 100 твои. Шо? И чонки подлази. Продай, поэтому давай вперед. Ну как дальше? Слушайте, у меня вся информация об этом рынке, я их посылаю в ABC, в Америку. В Америку, да? Все про вас здесь. Что у меня есть? Что, сидите и ждать, что ли? Ну, что-то делать надо. Thank you.
Значит, если будут проблемы, давай. У меня уже есть место. А здесь, давай. Сергус, привет. Привет, свой. Ну что, происходит? Да вот чего, принесли печать новую. Да? Смотри, мастер. А что она не написана? Какой ты сказал? Ребята, при мне печати поверили, там будет. Там знаешь, что я хотел. Ладно, это ваши дела, это ваши проблемы. Можно поделать круглую. Сергей, рекомендую. Слушай, господин, да? Разве вы делаем югославское положение? А я не знаю, что это там делать, ребят. Вы это все подаете? Чьи это мои? А вот это самое положение. Я до тех пор, пока ты своими девушками разберешься, которые избиваются, мы с тобой разговор закончили. Хорошо? Да с девочками. Так разберись с девочками, насколько можно говорить. Ведь до тех пор, пока они 350 фори доходят, давай, я же снизу при них работе. Я на минуточку. Крыша, крыша, кто дал? Крыша. Значит, как объясняю? Я, Леня Максим, свободный человек. Живу в свободной стране. Я не работаю для тебя, пойми ты это. Я с тобой сотрудничаю. Сотрудничаю. И до тех пор, пока ты мне не дашь нормальные условия, я не буду с тобой работать. Понимаешь ли? Вот это мои апартаменты. Пожалуйста. Бывало хуже. Не прав. Еще раз убеждаю, что человек животное непитательное. А руки человек живее всех. Появляется, не знаю точно, что-то стрелял. Да, чуть-чуть домой. А ты? Ну, я там. Ты такой умный, Серега. Ты сам думаешь, что сюда поехал за красивой жизнью, что ли? Ну, иди шикарно. Сколько? Ну, девушки. Разрешил. Банку не запретил. И сам у меня пару заводов. Хорошо.
к Светлане начинает беситься, хотя бы они не уйдут. Я больше его видел, а не перемочу. Окей. Ты мне можешь объяснить, почему? А я понял, что ты хозяин. Понял. Ты знаешь, есть такой поэт Борис Пастернак. Он писал: во всем мне хочется дойти до самой сути. Вот я хочу дойти до сути, понять, почему нельзя. Советую тебе возвращаться к ней. Все-таки это будет вернее.